Ну что, ребят, всем привет. В это морозное утро субботнее мы отправляемся на соревнования по пулевой стрельбе на наш любимый стенд, который неоднократно я уже снимал. Вот. Берем все наведство, всех представим, все покажем. Смотрите, будет интересно. Праздником вас, мужики. Значит, у нас пулевая стрельба боевой. Косуля, кабан. 6 зачетных по косуле, 5 дуплетов по кабану. Может, 3 сделаю. Короче, по кабану в плечо не вкладывается. Кабан вышел, только тогда вкладывает. В промежутке появился кабан. Да, кабан когда вышел. Стоишь на изготове, ложа на уровне бедра. Ну, я думаю, погода ничего, нормально. Нормально, значит, отлично, нормально. Погода. Так, значит, первую серию объявляю. Стреляем как? Выходит человек. Так, 6 человек. 3 человека человек. Стреляют косули, да. Потом следующие 3 человека. Потом а потом эти же 6 человек по очереди кабана. Стреляют кабана. Ну, команда, да. Короче, 6 человек получается по накладной. Ну, да. Вот. Можешь начинать. Как хочешь? Как тебе удобно? Как удобно? Не торопись. Куда сиди? Ты сади, две ложу. Ответ, ты круглый. Девятки рядом легли. Десятку прям четко в центре. Десятку прям. А целился под мишень, целился. Под мишень, да? Ну, подброс, потому что есть. Одна десятка прям. Трех прям четко в центре. Но первый тебе 15. Первый выстрел. Ствол нагревается, потом выше начинает лететь. Я целюсь как целюсь, потому что потом не поймешь, когда поднимать, когда чего. Ну ладно, ну попал. А тебе надо, ну, в принципе, они попали бы. Ну, ёпта, с номер. По летнему, сейчас мороз. Ну да. Можешь сзади? Проходи. Все, уходим, уходим, ребята. Сейчас тут пристрелим. Потеряно 4. Пески стреляют. 56. Сейчас, подожди, сейчас. Ладно. 56. 2 семерки. Так, 2 десятки. Мужиков! После Коваля мужиков стреляет. 56. Все, пошел. 56. Откликают ребята. Да. Вот это восьмерка. Запишем, запишем. Мы же добрые. Шестерка. Тут семерка. Шестерка. Две единицы и молоко. Тут не встает, да? Так, 29. 29, 37, 44, 51, 57, 59. Нормально. 54, 59. Да. Сотку набрал. Давайте призы забрать. Давай. Ну, давай, сдай ютуба. Дай. Давай. Не стреляй! Убежи! Десятка! А ну-ка почаще вали! Раздражитель пришел! Дай! Кони одного! Кабана! Это 8, это 316. Давай кабана, Петрой! Они нас обстреляли! У них 200... Все?
Наконец-то закончили мы этот день. Да. Значит, третье место заняла команда первичного коллектива номер 27. Хотел Губина 34 очка. Ура! Они уехали. Третье место можно работать. Второй тур. Второе место команда первичного коллектив номер 24, поток Кемикова. Вот! Сколько очков там? Сколько у них очков? 30. Мы их все равно сделали, у нас 30-16. Тренер, хуя-то меня кинул. Дим, ну не... Дай хоть подержаться-то, блядь. А? Молодец! Иваныч, дай ему подержаться. Девчонки, отвернитесь! Да. Сань. Значит, первое место заняла команда коллектив номер 5, поток Кемикова. Ну что, вы разведитесь, хоть встаньте. Я не фотографирую, я снимаю. Третье место в личном зачете занял Суслов. Где он? 118 очков. 118? 118. А что это в личке? Второе место в личном зачете. Мотов, Найка. Молодец! Вот меня растет из этого коллектива. Все призы заберем. Первое место Чиликин. Витя, давай, молодец. Что, говорит, в том чемодане, Витя? Все посмотришь, блядь. Спасибо. Или чемодан. Витя, стой. Сейчас. Бля, у тебя места недостаточно. Место у тебя кончилось. Также женщина в личном зачете 3 участвовала. Лученкова, 106 очков. Табуретка. Так, смотри на меня. Только мое теперь видели. Свободен, все. Все свободны, спасибо. Будешь глупый. Ну что, ребят, вот закончились соревнования. Наш коллектив взял первое командное место с результатом 322 очка на троих. Мы выбили втроем 316. Вот. В личном зачете Юнох у нас взял второе место. Ну вот так вот провели день морозный. На соревновании на чистом воздухе. Ладно, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Все, пока.